Здорово! И сегодня мы с вами поиграем в Battlefield 1 Open Beta, блин. Battlefield я, конечно, ждал очень давно, потому что это одна из тех игр, которые я действительно люблю. Сейчас только давайте посмотрим тут насчет вот этого. Да, я сделал потише. Одна из тех игр, серии игр, которые я действительно просто обожаю. Сегодня мы с вами посмотрим что-нибудь в этом, в онлайне, поскольку, как я понял, тут можно только в онлайне поиграть. И... Так, я тут первый раз захожу, только звук уменьшил. Capture and hold the flags. Захватите и держите флаги. Захватите и держите флагмассив. Что-то там войны и удерживайте преимущество над флагом, чтобы выиграть. Хм, окей, постараемся. Какие-то тракт медали. Ну окей, посмотрим, что тут вообще, что да как. Что вообще тут происходит? Тут интересно будет. Ебать, я индус какой-то. Monkey, apples, butter. Давайте к баттерам. Join присоединиться. Я как бы не знаю, что я только что сделал, но ладно. Что происходит? О, у меня появились ноги. Неплохо. Ё-моё. Это, я не знаю, это бетка недоделана так? Или это у меня так проседает все? Фига себе. Хм. Я тут так посмотрел, это вообще лаги не на этом. Не на компьютере, это бетка проседала, видимо. Я её только прогрузил. Ну давайте, ладно, посмотрим уже, что тут вообще есть. Здесь что-то щелкает, я не знаю, что здесь вообще щелкает. Так, о! Air hold to pick up. Танковый гевехер, какой-то танк-гевехер. Хорошо, я наш... Эй, подождите, что такое, почему сразу на меня-то? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дай мне в эту штуку сесть, дай мне. О, братюнь, здорово! А, я там один или с кем? Не знаю, ладно. А, я водила. На-на-на. Можно камеру переключить. Блин. По-дурацки тут сделана у меня запись на эту кнопку, поэтому ладно. Будем так вести этот танк. Окей, тут кто-то приземлился. Давайте пойдем захватывать. Не знаю, нам Дэна, наверное, надо захватить. О, братюни. Так, чё мы? Мы его как-то должны захватить, что ли? Why don't I have... Там что-то чуваки пишут. Тихо! Куда, иди сюда? Сюда на. Чё, всё что ли? Kill assist. Чё так по-дурацки это сделано, прямо на кнопку записи. Очень неудобно. Ну ладно, танк мы в принципе исследовали. Мне в нем, наверное, понравилось. Толком я сказать не могу. О, тихо. Товарищ. Сраное оружие, почему ты не стреляешь? Так, вот. Во, пистолет заработал. А это говно что не работает. Deploy Bureau to use Viapon. Нам же надо вражеские точки захватывать. Во, нам надо же туда. Cycle the Boeing Distance. Тут же можно было... А, вот. Так, follow me. За мной, короче, давайте. Короче, у меня не работает почему-то. Вот, просто. Deploy B-pod. Не работает только пистолет. Ну что я за этой куколкой буду делать? Похоже на 5-7 из. Контрушки. Оп, тихо.
Ах, нифига ты попал. Что такое метки? Эй. Skip review. Нажимать или удерживать? А. Лол. Да, странно, короче, тут. Так. Так. Вот, давайте сюда переместимся. Я не знаю, можно ли сюда переместиться. Да, слава богу, можно. Здесь наша база. Мы играем за американцев. Хорошо. И мы ведем. Куда оружие пропало? Бета, что с тобой не так? Так, здесь же было только что оружие вообще в этих ящичках. Давай-ка, игра, одолжи-ка мне. Эл! Я вам что, из пальца должен что ли стрелять? Почему она не работает? Короче, бета какая-то недоделанная вообще. Order received. Attack the desert outpost. Бро! Тихо-тихо, братан! Да, куда? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дай какую-нибудь гранату или еще что-нибудь. Ну, почему у меня не работает эта хрень? Давай-давай-давай. Да. Что-то серьезно, что ли? А, меня убили из МП-18 артиллерия. Окей, хотелось бы, я посмотрел на танк, можно как-нибудь там что-нибудь типа с лошадьми, на лошадках поскакать. Самолетик, лошадок тут нету. Ну вот у нас ближайший наш пост, где мы с вами респаунимся, и почему-то у меня нету оружия. Мне надо сначала найти оружие, я без оружия вообще никуда не пойду. В общем-то, пока я тут болтаю вообще не по делу, вы можете заметить отличную графику в этой игре. Что, в принципе, является неплохим. Это аптечки, что ли? Понять не могу. Неплохим таким аспектом. Довольно-таки важным. Ну что у меня это, блин, релод, релод. Что-то я не особо-то релодуюсь пока что. Attack the desert outpost. Да, и как бы спасибо, я понимаю. Request order. Чего? Запросить... этот ордер, как забыл, что значит ордер. Нас там что-то турки догоняют прямо, смотрите-ка, прям Турция вперед, видимо, помощь с России пришла, а мы сраные пиндосы атакуем. Да я, как мне достигнуть сраное оружие? Почему ты нахрен не переключаешься? Attack order complete, плюс 200. Шикарно. Только что я занял этими плюс 200, A, B, C, D, E, F, G. Это типа надо занять это место, что ли? Давай, туда можешь? Ну чё, серьезно, что ли? Братан, давай. Так, игра, а баги будут? Интересно. Мне как бы не удается показать вам какой-то геймплей, потому что у меня не работает оружие почему-то. Я не могу стрелять, я не могу его даже выбрать. Я просто на все кнопки подряд жму, и у меня ни хрена не получается, потому что, не знаю, объектив... А, короче, штука на F. Короче, мы наш блокпост F просрали. Чё, как вы умудрились? 360 метров, 190 метров. Ой, я туда прям бегу. Слушайте, а можно тут какой-нибудь... так. О, key bindings. Так. Чат... он фуд. Эй, какого хрена у меня... класс, меня убили. Он фуд, лукап, парашют, деплой. Так. Крауч, тагл, проны. Проны, я не знаю, что такое проны, fire. Ну, left mouse. Да, left mouse, zoom, right mouse, interact, reload, g-truth grenade. А я могу тут... О, тихо, на лошади. Давай, на лошади. Yeah. О, а с лошади я могу скакать? Что, блядь? Меня убили. Я даже не успел на лошади поскакать. Говно. Турция догоняет что-то.
Ни хрена мы тут. Давай сюда. Бро, ты жив вообще? Тихо. Что? Да как? Из чего? Гевехр, я только и делаю, что помираю. Так, тут наш блокпост заняли. Собственно говоря, этот атакует. Давайте-ка сюда, Британия, вперед. Выдайте мне точилу, пожалуйста. Какую-нибудь, вообще, не без разницы какую, но выдай. Бро, дай мне точилу. Господи, опять на этой базе сраной. Еще 6 минут будет идти заруба, и мы что-то там как-то вот не очень, да? Начали сдавать позиции. Эй, турки, вы что, офигели, что ли? Турки, остановитесь. Эх, да. Супер классно, у меня не работает оружие. Я не знаю, что делать. Нажимаю на... Он даже запрыгнул. Может, серьезно? Братан. Потрачено. XZ, ну это лечь, это мы все помним из предыдущих. Блин, даже просто банально не работает оружие. Вообще, в принципе, нету смысла играть в эту игру, если нет оружия. Сраное говно, залезьте хоть на этот поребрик. Да ладно, спасибо. Спасибо, ты смог это сделать. Ну а что у нас тут? Мне надо что-нибудь типа оружия вообще надыбить. То мне это зависло, эта штука. Релоуд, 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 релоуд. Все, турки нас обогнали, все потрачено. Ой, чуть такой, чуть такой, чуть такой, чуть такой, чуть такой, чуть такой. А, патроны. И аптечки. Это было бы классно, если бы я не просал. О, тихо, 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 тихо. Бро, дай мне сюда, 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 сюда. Красавчик, все, поехали. Ща будет веселье. Давай, братан, поехали. Нам надо атаковать артиллерийскую базу. Давай, 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 занимаем, 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 занимаем ее, занимаем. Шикарно. Отвоевали. Я не знаю, в кого я там стреляю. О, мы забрали объект. Только все равно почему-то сливаем луком. Непонятно почему. Так. Братан, ты куда? Пацаны, 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 подождите. Вот давай вот туда вот. На, граната туда. Ой. Тварь. Не успел. Чувак, как ты рулишь-то? Ну ё-моё. Да, что-то турки камбэчить начали люто. У нас остался только один блок-центр. Конечно, с таким пилотом, как у меня тут, мы особо ничего такого топового не добьемся. Давайте-ка переключимся на F3 и посмотрим, что у нас со стороны правого колеса. А со стороны правого колеса у нас ничего. Все то же самое, чувак, непонятно вообще, куда едет и что он вообще творит. И два Switch Weapon. Хера себе, разрывные что ли, или что это? Братаны, friendly armored, что-то там. О, турки говнюки. Все, мы просрали. Фак Турция. Это все потому, что русские помогли. Да, эй! Мочи, падлу. Да чтоб тебя. Эй, куда патроны делись? Мы умерли. Класс. Топчик. О, тихо, 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 тихо. Давайте, атака плейн. Самолет, самолет, самолет. Дайте, выдайте, выдайте, выдайте мне, Соколо. Самолет. Все, полетели.
Мяу. Так, как тобой управлять, дружище? Ай-яй-яй-яй-яй, ни хрена, ни хрена, ни хрена, ни хрена. Обосраться. Турки, вот говнюки, а. Тихо, дайте мне еще один заход, 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 на еще один самолет дайте ко мне. Мы тут, смотрите-ка, базы-то отвоевываем, между-то прочим. Так, я не знаю, куда мы летим, но мы куда-то летим. Да, я взорвал турецкую базу. Так, там у нас летает самолет. Мы, в принципе, отвоевываем свои территории, но при этом мы проигрываем все равно туркам. Турки офигевшие вообще ребята. У меня не работает оружие, все шикарно. Бета-версия просто космос. Если бы еще объяснили хоть чуть-чуть, как управлять. Давай. Ой, это нифига, это вражеский. Как мне тебя победить-то, турецкое говно? Он просто проехал сквозь меня, хорошо. Давай. Да я даже за это не могу сесть. Что? Он просто едет и бомбит все вокруг. А я не могу даже ничего сделать, потому что у меня не работает оружие. Класс, шик, супер, класс. Давай. Да мне, я, сука, сраный, блядь, лучник, иди нахер. Ебать, я вообще, по-моему, бесполезный. 3, 2, 1, все. Турция выиграла. 164-255. Flags captured, most flags owned, flag defense kills. И что-то там еще всякое такое. Ну, в общем-то... Этот чувак, по-моему, собрал все награды. В общем-то, да, ребята, на этом все. Всем спасибо. Такой вот у нас получился обзор бетки. Не очень, возможно, интересный, но я старался, я попытался. Если бы у меня еще не работало оружие, было бы все куда лучше. Все, всем пока.